Приветствуем вас на канале Хитсад ТВ. Проводить время у камина стало любимым занятием многих горожан в холодное время года, поэтому сегодня он стал неотъемлемым атрибутом загородного дома или дачи. Как насладиться уютным сгоранием дров и одновременно сохранить порядок вокруг домашнего очага? Для этого существуют специальные аксессуары, призванные облегчить уход за камином, и один из них – это держатель для дров в виде удобного и устойчивого изделия на небольших ножках, предназначенной для расположения дров внутри камина. Конструкция может состоять из отдельных элементов, которые раздвигаются под разный размер поленьев или представляют собой цельную решетку – колосник для печи. Преимущества использования той или иной модели очевидны. Они устойчиво удерживают поленья любой длины, а ограничители по периметру не дадут им рассыпаться. Обеспечивают тягу, направленную снизу вверх. Щели решетки свободно пропускают кислород, усиливая горение и делая его равномерным. Значительно повышает качество сгорания и облегчает уборку золы. Немаловажной функцией каминного набора является также украшение интерьера, поэтому особое внимание при его выборе обращают на декоративность. Оптимальным вариантом, подходящим для интерьера загородного дома, является кованый держатель или подставка для дров. Такие изделия отличаются многообразием форм, элегантны, прочны и надежны. Они просты в уходе и смогут украшать камин долгие годы. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новинками.